Привет всем, кстати. Гоп, проем, привет, Дор. Да я так, включил проверить, работает или нет, Коль. Там Коля, наверное, надрачивает, чтобы успеть залететь. Тихо. Так, сразу отсекаем. Тема дебильная. Спорт, вот это вот все олимпийское. Вот это вот можно убрать. Как звали краба друга Лерди из фильма «Себастьян»? Ну, это я знаю, конечно. Сюда. Знаменитый испанский художник Пикассо. Казимир, по-моему, да, Пикассо его звали? Казимир, да? Пабло. Хуябло. Эдгар, блядь. Ха-ха-ха-ха, как звали жену Пушкина? Ее Наталья звали... Николаевна. Нет, ее звали Софи Берс. Самые высокие горы в Западной Европе. Да, если бы я был бы на Альпинах, я бы не был бы на самых высоких горах. Я был на Апеннинах. В каком году открылся первый комплекс Икея в России? 2006. Не, раньше. Все, охуенно, чело. Наука, изучающая структуры и функции живых организмов. Логика, кинетика, бионика, алхимия, логика. Кинетика, клиническая, бионика. Бионика. Сколько прямых наследников осталось у Ивана Грозного? Один. Два, блин. Как расшифровывается индекс ВЛ в названиях электровозов? ВЛ, ВЛ, это что, власть людям? Вперед лети, великий Ломоносов. Это Владимир Ленин, ёпта мать. Я даже не знал. ВЛ, это Владимир Ленин на по этих поездах был. Это и город во Франции, и имя актера Марса. А, это не отвечаю. До какого возраста выступала на сцене балерина Майя Плисецкая? Я знаю. 54 года. А потом коньки откинула. А нет, 65. Так она же балерина. Какие коньки нахуй? А, ну вот эти тапочки белые. Пуанты. Кто автор сказки про русалочку? Гоголь, Дисней, Андерсон. Сколько континентов по площади меньше площади территории России? Чё? Что нужно добавить черный чай, чтобы он стал светлее? Мёд. Лимон, лимон. Лимон. Да иди ты! Школьник ебаный. От него может заболеть и человек, и компьютер. Кишечная палочка. Эй, ты, никогда не думал, каково это быть курочкой в КС-ке? Как только беднягу видят в поле зрения, начинается охота. К чему я это? А к тому, что у Epic Drop на сайте появилась новая бесплатная рождественская мини-игра по КС-2. Christmas Run. Задача, играя за курочку, добежать до конца игрового поля и не попасться под пулю. Выиграл? Забирай призы. Кейсы, скины, промики и даже ножи с перчатками. Ну, вероятность их получить, конечно, не очень большая, но она есть. Играть можно халявно раз в час, ну то есть 24 раза за сутки, и попутно фармить победы для открытия мега-кейсов. Вот наполнение первого мега-кейса всего лишь за 20 побед. И все это на халяву можно зафармить буквально за один день. Хочешь больше? Лови 100% скидку от меня на билет их операции Winterblade. Бесплатно вместо 600 рублей. 100% скидка. Всего лишь на 15-м квесте этой зимней операции ты получишь перчи или тайное АВП. А на последнем, 60-м задании забирай кейс с ножами от 10 000 рублей. Бесплатно.
Все это добро продлится только эту зиму, поэтому ссылочку я оставлю снизу, так же как и промо на 15% к балансу. Ставь ролик на паузу и играй в бесплатную мини-игру по CS2 и фарми зимнюю операцию. Сколько битв проиграл полководец Александр Македонский? 0. Буква эскап с агрессивным номером автомобиля означает эскап, Словакия, наверное. Или Словения, Словакия. Словакия. Какой из этих альбомов принадлежит Майклу Джексону? Триллер. Сколько опер написал Фридрих Шопен? 11. Ну. Опер, блядь. Что тут опер? Ну я уже сонный, понимаешь? Надо улучшить башню, потому что мне снесли ее. Как называется сладкий густой напиток в виде смешанных блендер и миксера? Я думаю, вообще смузи. Единственная в Европе территория, где обитают дикие обезьяны. Ой, бля, еблоартарная она. Самара. Какую фамилию имел один из президентов США? Мол, Дог Бог Пирс? Пирс Броснан. Сколько дней длятся школьные летние каникулы в РФ? Сколько дней? Бля, не знаю, 90? 90. 92, бля. А иди ты, блядь! Какой фильм воодушевил авторов памятника Вини Леонова, остановил в Москве? Джентльмены удачи. Или Кинзаза. Сколько всего построено сталинских высоток в Москве? 5, 3, 5, 7. 7, похуй, 7. Считается. Да, нахуй. Как хочет ночь салат в сирене, какой процесс высвободится из яйца с этим петухом Феникс, а Амуна Васильевский будет Феникс. Какой нахуй, сука, я, блядь! Что послужило сигналом к началу Октябрьской революции? Выстрел Авроры. Какого типа дорога светофоров? Бывает все перечислено. Кто сыграл Барона Мюнхгауза в фильме тот самый Мюнхгаузен? Его сыграл Александр Абдулов. Нет. Варианты. Машков? А, Олег Янковский. Да. Нет. Пи***а. Так, ты вообще там не подсказывай. Ты вообще не соображаешь ничего, сиди там вот. Как зайдешь и будешь играть, блядь, посмотрим, кто из нас кто. Кто написал картину Мона Лиза, его написал Рафаэль Санти. Не да Винчи, не понимаю. Сколько романов написал Иосиф Александр Сталин? 20. Я бы с первой написал бы на лодочке, на животике слово «люблю». Кстати, у меня новость есть. Передаешь, если сосёшь уёбок. Опа. Зелёный откис просто вызечь. И пизда, голубежна выиграет, потому что он убил зей. Жесть, конечно, сука. У кого из этих животных ребра не садины, грудина? Обезьяна, птица, лошадь, змея. Так, змея, у змеи нет ребер. В каком веке началась гражданская война Емельяна Пугачева? В каком веке началась война и в 16-м? Да иди ты, блядь! Бать, я пососал хуёв. Тихо.
Я на втором получается. Но я круче всех сыграл по факту. Тут просто выиграл за счет того, что зеленку захеракал. А тут просто зеленка жидкий был. Да здравствуйте всем, ребята. Я поздоровался. Да всем пох! Влад? Мне не пох, я вежливый человек. Предпочитаю здороваться, нежели пердеть. Как дела? Отлично, да. Смотрите, какого государства является город Сан-Сальвадора. Альбания, Камбоджа, Хэм, Сальвадор, Хэм, Сальвадор. Есть. Выбирай, Коля. Кусочек. Да-да. Коля видео смотрел в Дискорде, который отправил. Чёрт. Не, я... Что такое фуара? Плохой запах. Вместе чего получилось, когда вы застали через жидкий бессинал плачево? Закончите речение Конфуция, если тебе плюют спину, значит, да. Ты идешь. Андроид у него разряжен. Понятно, всегда задали разряжен. В каком году Филипп Брунельский завершил строительство купола собора? В каком веке? В каком году? 1874 год. Ого. Никто не знал, но Бог. Что произнес Юрий Гагарин перед стартом? Гагарин. 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 В каком году был утвержден современный флаг Франции? Что такое Оклахома? Станция метро. Когда ты говоришь обычно в этих играх, ты рассчитываешь кого-то запутать? В каком году кондитера Филипп Сушарт конспирировал кондитерского? В каком году кондитерская? 1911 год, я помню, там был. Кёрлис. В каком персонаже советского мультфильма принадлежит выражение «Жизнь моя жестянка»? Это либо лещий мультик. В каком году, согласно ДЭФа, в районе Нью-Йорка родился Робинзон Крузо? В каком году? 1474 год. Заметьте, писатель ДЭФа. Даниэль ДЭФа. Как звали известного русского художника Айвазовского? Его звали... Николай Васильевич... Николай Васильевич... Влад Константинович его звали. Тип кузова с открывающим мягким верхом. Пикап, седан, купе. Кабриолет. В каком году состоялся первый полет самоизвестного немецкого истребителя второй мировой мастер Шмидта? В каком году? 1911. Да нет, жопа. Что символизирует звезды на флаге США? Штаты. Бать, чё? В каком году гавайская Америка Баба перец коктейль Куба Либр? В каком году? Блин. Первая гражданская жена певца Владимира Песняко-младшего. А Варум у него, что ли? Кто у него? А Варбакайта? Варбака, блин, Варум. У него кого только не было, блин. Я намажетая дефаюсь. Главный герой поэмы «Кому на Руси жить хорошо», а не Красова. Крестьяне, дворяне, священники, блядь, крестьяне. В каком году началось строительство Пизанской башни? В каком году началось? 1900, блядь, первым. Чё, блядь? Что такое вообще башня? Что это за башня? Пизанская, которая падает такая, типа, знаешь, под наклоном стоит. Понятно. Понятно, но она это падает все еще. Во что на небес? На небес складывается колось в колосе. На небе. Сноп. Представляю, у тебя в голове просто. В каком году начала свою работу Транссибирская магистраль? 2000... В каком?
11. Чё, блядь? Чё? Да иди ты, блядь. Иди да. Прости, прости, говорю. На каком континенте находится государство Того? Того, Евразия. Чё, блядь? Блядь. Чё, я толпу тоже нажал. Какое среднеазиатское блюдо не содержит мясо? Пахлава. Как на самом деле зовут певицу Ани Лор Каролина? Даже не знаю, гордиться, что ты такое знаешь, или стыдиться, блядь. Ты давай играй. Ага, я играю, да. Как звали мудреца и волшебника в цикле легенд о Артуре? Ланселот. Как назывался первый музей, основанный в Санкт-Петербурге? Не знаю, но это же, наверное. Коля, ты живешь там? Я там, я же не коренной, я тут всего пару лет живу. Тут слишком много истории, чтобы всю ее знать. Какая страна является мировым лидером по производству кофе? Бразилия. Какое название получила Восточно-Римская империя в 5 веке Византии? Высота в метрах полюса недоступности в Антарктиде. Не помню. 40. 40, думаешь? Долбоёб. Люблю как, сука. Хорош. Нахуй иди, лысый, заткни вообще рот свой, а. Иди, дед, мякоти в лысой голове, блядь. В лысой голове дебильная. Пальцы предал в нужный момент. 40. Придурок, не нахуй лысый. Кто из перечисленных композиторов написал первую советскую рок-оперу Орфея Эвридика? Дунаевский. Компания Rolex занимается производством парфюмерии. В каком году был образован Азиатский союз, который вошел в основу государств? Азиатский. 1940. Пошел нахуй. Врёшь, Кёрлес. Оттава, столица. Подожди, это же Франция, Канада, Канада. В каком году компания Феррера начала производство шоколадных яиц? 1900, там может быть какой-то 30, какой-то, но они очень старая компания. А, 74. 40. Компания старая, яйца не так давно делают. Не, ну я пошлался, блядь, типа. Ну, здесь я ощутил, не ощутилось доминирование. Да, но я не знаю, вообще честно, не честно, что мы только тебя пытаемся давить, потому что я это делаю специально, может не делать. Кого? Чтобы, ну, я специально только на тебя наступаю, чтобы постоянно ты играл. Потому что смысл ты же на потоке. Так-то, по идее, честно было бы поровну примерно играть. Не, ну так-то я... разорвал всех по сути. Против машинки не попрешь. Вот интеллект на высшем уровне, IQ выше 200. Чел тратит IQ выше 200 на пердение в стримах. Две раны. Лизанье относится к лазанье. Итальяно. А, точно, это против деформации у чела. Столица Соединенных Штатов Америки, Лос-Анджелес, конечно. Ой, блядь, Вашингтон, какой Нью-Йорк! Долбоёб! Заговорили, я уже хуйню жму, а? Не считается. Ты молчал. Нью-Йорк. Как вы знаменитые личности сошли на костре во время столетия ванетаж Мидвонг. Ты
Иностранный аналог русского закона подлости. Закон Мерфи. Какого цвета кожа у большинства персонажей мультсериала «Симпсоны»? Она у них зеленая. Кто из этих художников был маринистом? Море рисовал. Пожилое присутствие будет на всей карте. Какой художник написал цикл картин о демоне? Верещагин, Сука, какой-то гуглер зашел, наверное. Гуглит, падла. Продолжите название детской игры «Чай». Чай. Чайочек. Выручай, брат. Рост самой высокой модели мира. 40. 2. 2 плюс 5. Я проб целился. Ну, что касается модели, то понятно. Моя модель — это Лолочка. Солица Сингапура. Сингапур. В каком году Петром Первым был основан Петербург? О, вот это, блин, я не знаю. В 40-м. Такие вопросы, да. Почему не остаются? 1705. Деревья, в которой жил дядя Федор, с которым Матроскиным Сливково. Какая по счету часть фильма «Крик» вышла в 2022 году? Пятый или четвертый? Пятый, наверное. Быстрее. Боже, четвертый, я помню, старая часть. А новый «Крик» не смотрел. Что на своих картинах изображал художник Шишкин? Ну, лес. Что он, там это, пейзажи. Шишкин лес. Миша, такая картина. Абсолютно не точно. Про как язычного человека говорят. А, блин, два. Двух. И хуя оба. Интересно, ребята. Просто как-то не в рифму там было бы. Я так и подумал. Какая разница тут рифма? Это расхожая фраза, расхожее выражение. Согласно китайскому гороскопу, вот является годом китайский гороскоп собака, змея, обезьяна, змея. А дракон. Почему я хотел нажать дракона, нажал змея, потому что дракон уже мне так был. Сколько можно дракона? Вот, мне тоже казалось, что дракон недавно был. Сейчас что-то другое. Какой из перечисленных государств больше занимаемой площади? Больше позанимаем. Казахстан, Боливия, Афганистан. Везде я не знаю. Столица Византийской империи. Константинополь. Турция. Сколько лет длится обучение в Хогвартсе? Сколько там лет у них? 5? У Валеры все ответы Дамблдор обычно. 7. По книге на год. Персонажами какого мультфильма являются пингвин, шкипер, река? А, ну, это... не знаю. Мадагаскар? Да. В каком веке написана картина «Шоколадница»? 19. Да иди ты! Понял, Гугла пользуется умеет. Какому на нормативном правовом акте указано, что Россия развелась. Эльбрус. Я был там. Существует, Валера, на земле места, где ты не был? Ну, пару мест есть. А какие? Например, под юбкой какой-нибудь Лолочки? Нет, там я был как раз таки. Ну, что-то только пиздишь в основном. Да нет, где-то на потоке, блядь, так я уже их всех перетрахал. Что такое пранк? Афера? Это акция. В каком году первый был показан?
Семена знамений весны. В каком году? 87-й. Да. Не знаю. Да, надо было раньше гораздо. А чел уже знает просто ответы на вопросы, потому что, видите, у него одежда золотая, значит, уже 100 лет играет в эту игру, уже, естественно, ответы все одинаковые. Уже запомнил, что где. Я золотой. Это золотая хуйня, я играл только с Укритой, когда ты играл, обычно я тоже заходил, играл, но там... за копейки, да, если дальше. Да-да-да-да-да. Коля, если ты сейчас не отдаешь очки Валере, то Фактория никогда не будет. Как я его отдам? Мы вообще с другим челом ебемся. А. Ебались, его больше нет. Не, ну, здесь ход коньком не получится, а только по кусочкам. Как в сказке Репка звали собаку. Ее звали Жучка. Я готов пожертвовать Факторией. В каком возрасте впервые женился американский кинорежиссер? Ой, боже, да я ебал. В каком возрасте он женился? Он не долбоёб на лет 30. Как минимум. 55. Чё, чё, вот, блядь, я долбоёб еще какой-то год на... Ой, долбоёб. Сделал вид, что это случайно. Ага. Вот так, да? Ну, не, ну, блядь, я поддался, базара нет. Хорошо, пацаны тоже порадовались, я тоже, блядь, постоянно доминирую везде. Хоть как-то, ну, хоть ты... нас порадуем. Молодец, Валер, молодец. Да.